Календарная весна уже давно наступила, хоть на градуснике пока стабильный минус, спецслужбы уже вовсю готовятся к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Например, паводки – злободневная и острая тема в регионе. О готовности сил и средств региональных, муниципальных и объектовых уровней Ульяновской области в весенний период поговорили на заседании КЧС. Недоработок, часть подготовки к весеннему сезону половодья могут повлечь за собой очень серьезные проблемы, которые мы потом вместе с вами будем дружно, очень нудно, долго и сложно устранять. Надеюсь, никому это не надо. При этом еще это очень дорогостоящая вся эта история. Поэтому проще подготовиться и заранее, если вдруг что-то не получается, предоставить эту информацию. Для предотвращения паводковой ситуации в МЧС рассматривают наихудший сценарий чрезвычайной ситуации. Согласно ему, 10 населенных пунктов находятся в зоне подтопления. Это около 250 жилых домов. Силы средств уже проверены, мы готовы. И плавсредства, и, соответственно, автомобильная техника, личный состав. Все это дело проверено, подготовлено. Более того, что подготовлено на случай эвакуации экстренной порядка 5 населенных пунктов временного размещения. Надо почти на 2000 человек вот в этих муниципальных образованиях, где может быть опасное явление. Также определены 7 заторопасных участков на реке Сельдь и Сызранка, из-за которых может быть резкий подъем вод. В работе мероприятия будет задействовано 119 единиц техники и более 3000 человек личного состава МЧС России по Ульяновской области. Поэтому так ожидается, что вот начало половодья на реках нашей области, последнюю пятидневку, последние дни, можно сказать, марта и первая декада апреля половодья. Вот. А конкретно Сельняга ожидается, значит, вскрытие реки 1 апреля по 6, значит, первая пятидневка апреля, Сельда конец марта. С 26 по 31, Большой Черемшан во второй пятидневке апреля, с 5 по 10 апреля, Сызранка ожидается тоже конец марта, Сура начало первой пятидневки апреля, Барыш последние дни марта. Максимальный уровень воды на малых реках области ожидается выше средних многолетних до 120 сантиметров. Однако специалисты отмечают, что опасного уровня отметок не ожидается, если только из-за обильного мусора не образуются заторы в некоторых местах. Поэтому сегодня важно постоянно отслеживать данный процесс. Кристина Жакот, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.